9 зрелищных боев, 18 профессиональных боксеров и сотни зрителей. На ринге второго вечера профи-бокса от промоутерской компании 12 ОС одесситы противостояли спортсменам из Украины и Молдовы. Рада, что в нашем городе пропагандируется спорт, и я думаю, мероприятие будет на высоком уровне, что мы с вами увидим в течение нескольких минут. Да, ребята должны показать хорошие бои, так как я непосредственно наблюдала за их подготовкой к этим поединкам и знаю их соперников. Я на нем проведу свой первый бой в профессиональном боксе, дебютный. Сопернику никаких, себе даю все 100% на победу. Очень большую работу проделал, огромную. Я верю в себя, я знаю, чего. Знаешь, как говорится, бери свое. Я пришел сюда забирать свое. Второе спортивное классное мероприятие, где наши ребята, одесситы, могут себя реализовывать, могут себя продвигать, могут показывать все, на что они способны, для того, чтобы в дальнейшем продвигать себя по карьерной боксерской лестнице. Сегодняшнее мероприятие, как и каждое, собрало огромное количество любителей бокса. Все поменялось, локация бомбезная, все очень красиво обставлено, поэтому, я думаю, очень хорошо сделали в этот раз. Мероприятие на высшем уровне. Я знаю, что его организовывали очень сложно, очень масштабно. Ребята молодцы. Ну, все довольны. Я смотрю, так наблюдаю, как людям оно вообще, в принципе. Люди все довольны. Мне понравилось всего больше бой Юрия. Юрия Чабанова. Да. И болеть будем еще за Влада, нашего тренера. Да. Я тренируюсь в клубе 12 унций, и это очень крутой клуб. Я тренируюсь 2 года. В зале порядка 500 человек сегодня. И мы запустили прямую трансляцию, онлайн-трансляцию в Ютубе. Следующий вечер, следующее мероприятие мы планируем на май месяц. Организаторы обещают, событие будет еще масштабнее. А Одессу хотят сделать столицей бокса Украины.